Shadanandana Vraja Janaranjana Yamuna Teravanachari Yamuna Teravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi jana valabha hiri varadhari Gopi jana valabha hiri varadhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Teravanachari Yamuna Teravanachari Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Lakshmi Nrisimha, Lakshmi Nrisimha, Lakshmi Nrisimha, Jaya Lakshmi Nrisimha. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. Шиши. Шиши Нитай Гауранга ки джай, Шиши Лакшми Нрисимхадева ки джай, Грант Харач Шимат Бхагаватам ки джай. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чива наротамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудираед. Нашта праеша бхадришу. Нитья бхагавата севая. Бхагаватио тамаш локе. Бхактир бхавати наштики. Харе Кришна. Итак, сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам под руководством Его Божественной Милости Абхай Чаранравинды Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. И сегодня мы начинаем новую главу. Глава 18, песен 6. Глава называется «Дити дает обет погубить царя Индру». Читайте, да, предисловие к главе? Вчера читали, да? А. Хорошо, тогда у нас есть стих, да? Шри Шука Увача Пришних Ту Патни Савитуху Савитрим Вьяхритим Траим Агнихотрам Пашум Сомам Чатурмасьям Махамакхан Шришукавача Пришни ступатни Савитух Савитрим Вьяхритим Траим Агнихотрам Пашум Сомам Чатурмасьям Махамакхан Шри Шукавача Пришни ступатни Савитух Савитрим Вьяхритим Траим Агнихотрам Пашум Сомам Чатурмасьям Махамакхан. Пришни ступатни Савитух Савитрим Вьяхритим Траим Агнихатрам Пашум Сомам Чатурмасьям Махамакхан. Пришни ступатни Савитух Савитрим Вьяхритим Траим Агнихотрам Пашум Сомам Чатурмасьям Махамакхан Чатурмасьям Махамакхан. Сарим, я, ведь,
Сьям Маханакам. Вайшнаве, пожалуйста. Шнистопат не савиту. Гритим траим. Нигатрам пашум самам. Турмасья Махамакам. Прищи ступатне Савитух. Савитрим вяхритим троям. Агнихатрам пашум самам. Чатурмасья Махамакам. Пословный перевод Шри Шука Вача. Шри Шукадева Госвами сказал: Пришних, Пришни, Ту, затем, Патни, жена, Савитух, Савиты, Савитрим, Савитри, Вьяхритим, Вьяхрити, Траим, Траи, Агнихотрам, Агнихотру, Пашум, Пашу, Сомам, Сому, Чатурмасьям, Чатурмасью, Махамакхан, Пятерых Махаягьев. Перевод стиха. Его божественной милости Абхай Чаран Равинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шри Шукадева Госвами сказал: Пришни, жена Савиты, пятого сына Адити, сейчас извиняюсь, Пришни, жена Савиты, пятого сына Адити, родила ему трех дочерей: Савитри, Вьяхрити и Траи, а также сыновей по имени Агнихотра, Паша, Сома, Чатурмасья и пятерых Махаягьев. Текст второй. Сидхир Багасья Бхарьянга Махиманам Вибхум Прибхапрабхум Ашишам Чаварарохам Каньям Прасутта Сувратам. О царь Сидхи, супруга шестого сына Адити, Бхаги, родила ему трех сыновей – Махиму, Випху и Прабху, а также очень красивую дочь по имени Аши. Текст 3-4. Дхатух кухух синивали рака чанну матистатха саям даршам атха пратах пурнамасам анукрамат агнин Пуришьян Адхата Крияям Саманат Саманантарах Чаршани Варунасьясят Ясьян Джато Бригух Пунах. У Джаты, седьмого сына Адити, было четверо жен: Куху, Синевали, Рака и Анумати. Каждая из них принесла ему по сыну, которых одного за другим назвали Сьям, Дарша, Пратах, Пурнамаса. Крия, супруга Видхаты, восьмого сына Адити, родила пятерых богов огня, Пуришьев. Из лона Чаршани, жены Варуны, девятого сына Адити, снова появился на свет Бригу, в прошлом сын Брамы. Текст 5. Валмикишча Махайоги Валмикат Абхават Кила Агастьяшча Васиштхашча Митра Варуна Йориши. От семени Варуны из муравейника родился великий мистик Валмики. Харе Кришна. Таким образом, у Варуны родились два своих сына.
Бригу и Валмики. Кроме того, у Варуны было два общих сына с Митрой. Десятым сыном Адити, Агастья Риши и Васистха Риши. Ретахсаши чатух кумбе, урвашьяхса нидхав друтам, реватьям митра утсаргам, ариштам пипалам вьядхат. Однажды, увидев Урваши, куртизанку с небесных планет, Митра и Варуна извергли семя, которое они сохранили в глиняном горшке. Позже из этого горшка появились на свет Агастья и Свасишхой, которых поэтому называют общими сыновьями Митры и Варуны. В лоне своей супруги Ревати Митра зачал троих сыновей – Утсаргу, Аришту и Пиппалу. Комментарий. Современная наука пытается с помощью искусственного оплодотворения создать детей в пробирке. Однако даже в незапамятные времена люди умели выращивать детей из семени, сохраненного в глиняном горшке. Так, все, да, на сегодня кто у нас? Сколько я должен читать? Омагьяна тимирангасья генанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам йена бутале сваям рупа када махьям дадати сва падантикам вандехам шри гуру шри юта падакамалам шри гурун вайшнавамща Шри Рупам Саграджатам, Сахагана Радхунадханвитам Там Садживам, Садвайтам Савадхутам, Париджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишакам Витамща, Хе Кришна Каруна Синху, Динабанхо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Бриндаванешвари, Вришабхану Сути Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпатарубьяща, Крипа Синдубьяевача, Патитанам паванебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, дорогие преданные, очень рад, да, приехать сюда, в ваш замечательный храм. Сразу вспоминаются слова из 7-й песни Бхагаватам, 14-я глава, где Нарада Муни описывает благоприятные места для совершения различных обрядов и как ритуалов. Он говорит, что самыми лучшими местами являются места, где есть храмы Господа. Вот, любое подношение, которое совершается в храме, тысячу раз приносит лучшие, большие плоды. Вот, это самое лучшее место, где есть храмы и где преданные поклоняются Господу, ну, совершая достаточно высокий, поддерживая высокий стандарт поклонения, должным образом поклоняются Господу. Вот, и даже говорится дальше, что Шрила Прабхупада пишет, что в Кали-югу раньше люди уходили, чтобы найти Бога, уходили в леса. Но в Кали-югу не рекомендуется ходить в лес, но рекомендуется жить в храмовой общине преданных. И тогда, соответственно, преданный получает возможность, да, достичь совершенства. Жить в лесу – это жить гуни благости. Жить в городе или деревне – это… Или в деревне, он говорит, гуна страсти, в городе – это гуна невежества.
Но жить в храмовой общине – это все равно, что жить на Вайкунхе. Конечно, может быть, не все могут жить прямо вот рядом с храмом, но тем не менее, вот жить, отождествляя себя с общиной преданных – это, да, возможность всегда, да, быть в благоприятном общении и, по сути дела, жить трансцендентной реальности, то есть можно по милости преданных совершать быстрый духовный прогресс и вот, быть под покровительством таким образом внутренней энергии Господа. Собственно, в этом смысл открываемых центров, ИСКОН. То есть Шрила Прабхупада хотел, чтобы такая атмосфера проявлялась. И это очень контрастно, когда там, особенно после там, длинного перелета, то есть всех этих, то есть такая сгущенная гуна невежества, потом попадаешь, да, на Вайкунху. То есть очень удивительный контраст. Спасибо вам большое за ваше служение, за то, что вы здесь поддерживаете такую атмосферу, развиваете, углубляете. Вот мы изучаем сейчас шестую песнь Бхагаватам, и шестая песнь раскрывает тему ути, то есть ути, тему пошанам. Пошанам означает питание или забота Господа о своих преданных. То есть как Господь питает или заботится, поддерживает своих преданных. И эта песня показывает, что Господь поддерживает не только чистых преданных, но и нечистых также. И тех, и других Он поддерживает. И в самом начале описывается эта история про нечистого преданного Дакшу, который, так сказать, получил даже даршан Господа. Представьте, Господь лично появился перед ним. Вот. И что попросил у него Дакша? На развитие династии, развитие потомства и так далее. То есть он олицетворяет нечистую преданность. И какого, несмотря на то, что он получил даршан Господа и получил вроде бы его благословение, Господь благословляет нечистых преданных тоже. Тем не менее, что он потом делает? Оскорбляет Нараду Муни опять, да, проклинает его. Ну и, соответственно, попадает вот в сложные обстоятельства. Вот. Также описывается в этой истории история чистых преданных. И, конечно, самая яркая история здесь, в шестой песне Бхагаватам, это история Вритрасуры, которую вы только закончили читать. Вритрасура был чистым преданным, а Индра нечистым. Да, и показывается превосходство таким образом чистой преданности над нечистой. То есть чистый преданный, даже если он воплощен в теле демона, отправляется в духовный мир. Тогда как нечистый преданный, он тоже и тот, и другой получает милость Господа. И Индри давал советы Кришне. Да, Кришна давал ему советы, как купить Вритрасуру. Очень интересно, да, и такая лила. Вот. И тем не менее Вритрасура в полном сознании Кришны уходит назад к Богу, а Индра вынужден, да, пожинать плоды своих действий, да, потом еще долгое время ему приходится расплачиваться за свою нечистоту, скажем так. Вот, таким образом, эта песня показывает превосходство чистой бхакти над нечистой. Вот. А седьмая песня будет описывать, как можно достичь чистой бхакти. Да, седьмая песня раскрывает уже эту тему, что есть прямой путь, это когда человек просто следует наставлением духовного учителя, как Прохлада Махарадж, просто услышав его наставление, он просто следовал наставлению своего гуру, и даже находясь посреди демоничного царства, он остался чистым преданным, да, и смог предаться полностью Господу. И также путь косвенный, или как путь постепенный, это путь Варнашрама Дхармы, который описывается во второй половине седьмой песни. Вот, и здесь одна из заключительных историй, то есть мы начинаем читать одну из заключительных историй про Дити, которая дает обет погубить Индру. Дити олицетворяет собой тоже нечистую преданность. Вот она, ну, про нее мы читали еще в третьей песне Бхагаватам, когда она подошла к Кашьяпе, прям в момент сумерек и начала, да, охваченная похотью, вот, начала просить его вступить с ней, соединиться с ней. Вот, и Кашьяпа попытался ее отговорить, но она настаивала, и в конце концов Кашьяпа соединился с ней,
и был разгневан одновременно от всего этого, потому что понимал, что он нарушает принципы, нарушает законы религии. Вот. И вот в этом гневном состоянии он зачал двух сыновей, которые были никем иным, как Джай и Виджай, которые пришли, упали с Вайкунхи. И должны были родиться трижды демонами. И вот это было их первое рождение. Это было жуткое событие во Вселенной. Вот в этот момент, да, были очень неблагоприятные знаки. Момент их рождения. Полубоги даже испугались. Даже небо заволокло так, что солнце было не видно. И никто не понимал, то ли ночь, то ли что сейчас происходит вообще во Вселенной. То есть жуткие события были. И потом... Да, описывалось в третьей песне, как Хираньякша, да, первый демоничный сын Дити. Да, и Дити при этом, она раскаялась после этого, да, и попросила, ну, какой-то милости у своего мужа. И муж сказал, ну, так или иначе их убьет Господь, и это благоприятно. Вот, и она немножко успокоилась от этого, что, ну, погибнуть от руки Господа благоприятно. И хотя вроде бы в тот момент у нее было все в порядке, то есть она понимала свою ошибку и понимала участь своих сыновей, тем не менее, когда ее сыновья погибли, она все равно, как мать, которая потеряла сыновей, переживала боль, определенную большую боль, и она разгневалась на Индру. Вот, начала искать причину в ком-то в другом. Чистый преданный всегда ищет причину в себе, да, то есть он видит за всем определенную волю Господа. И когда к чистому преданному приходят какие-то последствия его действий, он не обвиняет Господа в этом, а принимает это тоже как милость Господа. Татену камсам сусамикшаманам бутмана эватма критам випакам. То есть если к преданному приходят последствия его прошлой деятельности, он смиренно принимает их, понимая, что это лишь незначительная часть того, что я должен пережить. Вот. И продолжает, преданный при этом продолжает поклоняться Господу всем своим телом, своим умом, своей речью, всей своей душой, то есть он служит Господу. Вот такой преданный уже заслуживает освобождения, оно становится его законным правом. Мукти паде садая бак. Вот. Но мы видим здесь Дити, Ее охватил гнев по отношению к Индре, то есть она начала видеть внешнюю причину просто, потому что Кришна приходит в разных воплощениях, чтобы защитить Индру. Да, то есть он сам говорит об этом, вернее, об этом говорится в первой песне Шримад Бхагаватам. Эти чамша калах пумсах, Кришна сту Бхагаван своям, Индрари вьякулам лукам риданти юге юге. Среди всех перечисленных воплощений Кришна, он сам своим Бхагаван, тот, из кого все воплощения исходят. И он приходит в своих разных воплощениях, чтобы защитить Индру. И вот Дити, да, она подумала, да, Вишну убил моих сыновей, но почему он убил их? Потому что Индра, да, умилостивил Господа, чтобы он пришел, и вот он стал на его сторону, да, то есть вот такое как бы. И поэтому Индра виноват в том, что мои сыновья погибли. Индра во всем виноват. Вот, и она преисполнилась, да, вот этого гнева. И начала, да, задумала очень нехорошее намерение у нее было получить сына, который убьет Индру. И Индра и Дити, соответственно, что она начала делать? То есть она начала просто как-то ублажать своего мужа. Она очень была в хорошем настроении, улыбалась ему, да, то есть радовала его, служила самозабвенно ему. И Кашьяпа на какое-то время вдруг подумал, похоже, что сердце ее наконец очистилось, да, и она стала, такие качества у нее начали проявляться. Я должен ее вознаградить. Вот, и он позвал ее и сказал, проси благословения. Ну, и, конечно, она этого ждала. Дай мне сына, который убьет Индру. И, конечно, я подумал, боже мой,
опять я попался на женские чары, да, то есть так вот. Вот, и думал, что же сделать, я уже пообещал ей исполнить ее желание. Вот, и тогда, будучи мудрым, таким как бы преданным браманом, он использовал санскрит, который может двояко истолковывать, использовал одно слово, которое может перевести преследователь Индры или последователь Индры. То есть в любом случае следует за Индрой, но следует может с разным намерением. Дити услышала, что он следует, чтобы убить Индру. А, соответственно, Кашьяпа имел в виду, что он будет последователем, то есть будет слугой Индры, да, последователем Индры, будет следовать за ним, то есть тоже станет полубогом, другими словами. Вот, таким образом, Дити, да, но Кашьяпа, он подумал, как же мне, да, решить эту проблему, и он подумал, процесс бхакти очищает даже того, кто занимается преданным служением в гуне невежества. То есть это было служение в гуне невежества, желанием, с намерением причинить зло, да, то есть вот со злобой преданное служение. То есть она занималась очень скрупулезно преданным служением, которое дал ему, ей Кашьяпа. Вот, и Кашьяпа знал, что через год ее сердце, да, должно очиститься. Вот так. Это тоже показывает величие бхакти. Даже вот такая нечистая преданность, то есть это преданность, смешанная с гуной невежества, то есть желанием доставить, как Господь Капила, да, в третьей песне Бхагаватам описывает преданное служение с гуной невежества, преданное служение в гуне страсти, преданное служение в гуне благости, то есть с примесями, с различными. Это было, будет преданное служение с в гуне невежества. То есть она поклонялась Господу с желанием убить Индру, то есть получить сына, который убьет Индру. Желанием причинить вред, да, насилие определенное, со злобой, с завистью. То есть это вот все присутствовало в ее мотиве. Но этот мотив побуждал ее очень скрупулезно совершать все религиозные обряды, не совершить ни одной ошибки. Так что Индра несколько месяцев следил за нее, пытаясь выследить хотя бы одну ошибку, чтобы войти в ее чрево и уничтожить плод. То есть само преданное служение защищало Дити. Вот. И уже на последнем месяце беременности такой женщине совершать все обряды было очень сложно. А ей нужно было просыпаться утром, приходить на Мангаларати, участвовать в поклонении Господу, повторять потом молитвы. Да. Потом, соответственно, нужно было приготовить подношение Господу, накормить его. Потом нужно было накормить всех браманов, накормить всех других людей, накормить всех других живых существ. Потом только она могла поесть сама. Вот, и после этого она должна вымыть руки, вымыть рот, ну, в общем, все-все-все, никаких ошибок не должно быть. И Симона это строго следовало. Потом, после обеда было тоже поклонение, там небольшой перерыв был, там опять она поклонялась. В общем, целый день она была занята такой, как саднана бхакти. Вот такого было ее, как бы, ну, такова была ее практика, которой она занималась. И каков результат? В результате, да, она начала очищаться, и у нее начал меняться мотив. У нее уже не было такого гнева на Индру. Она продолжала служить Господу. И думала, что я на него вообще из-за Индры стоило вообще. Ну, в принципе, ну как. Я же понимаю, что он не виноват на самом деле. Что за всем стоит Верховный Господь. И вообще мои сыновья, они были демонами. Поэтому мой же муж говорил мне, да, что они погибнут от руки Господа, это было неизбежно. Вот. То есть у нее начало меняться отношение. В конце концов, в какой-то момент она, наверное, из-за того, что у нее намерения, да, стали не такими сильными теперь, вот, она, поев просад после всего утреннего поклонения, и вкусив немножко просада, обессиленная, да, уставшая от такой интенсивной саданы, она уснула, не помыв рот. А, то есть, такая была ее ошибка. И Индра, да, воспользовался этой ее ошибкой и вошел в ее чрево. То есть, так произошло. И начал рассекать ребенка, плод, который был в ее теле. Рассек вначале на две части. И обе части превратились в два ребенка. Он подумал, о, был один демон, теперь два. Кришна, Кришна. Ха, теперь два у меня врага появилось. Рассек их еще напополам. Нет, ну, в общем, появилось так 49 уже детей,
Индра, да, рассекал их там своей ваджрой там или чем-то он их рассекал. Вот, и в конце концов эти 49 детей взмолились Индре и сказали: «Индра, так мы ж не твои враги, мы твои последователи. Вот, пожалуйста, не убивай больше нас». И тогда Индра, он понял, что это не его враги, да, и в конце концов Дити родила 49 детей, и 50-м вышел Индра. Вот, это было очень удивительно, она сумма удивилась, сказала: «Индра, а ты тут что делаешь?» Ну, у нее уже не было гнева на Индру. Индра сказала: «О, мать, теперь ты тоже моя мать, я тоже вышел из твоего чрева. Вот так, так, я признаюсь тебе, что я очень испугался того, что твой сын убьет меня, поэтому вошел в твое чрево, чтобы его, да, уничтожить. Я признаюсь тебе честно». Вот. Но разрезав, да, сына на 49 уже частей, 49 сыновей у тебя появилось. Вот. Я понял, что они не мои враги, а они на самом деле полубоги. Вот это тоже обрадовало дети, потому что до этого она все как-то ей не нравилось, что у нее только демоны рождаются, а у ее сестры Адити рождались полубоги. Теперь у нее появились тоже полубоги. Вот. Поэтому она, так сказать, смягчилась и перестала гневаться на Индру. То есть это показывает также превосходство бхакти, да, то есть могущество бхакти. Даже когда человек поклоняется с таким нечистым намерением, он постепенно очищается. У нас, я помню, в храме еще в 90-е годы жил один преданный. Про преданное служение в гуне невежества. Вот. И он служил на кухне, мыл посуду, и у него был такой очень сжатый такой, знаете, вот прям, ну, даже так дыхал, что у него, знаете, кипел просто у него внутри там какая-то вот. Но он, тем не менее, старался быть преданным. Вот у него была и искренность также, и в то же самое время была вот эта вот какая-то природа такая гневливая. Однажды один преданный утро зашел на кухню, и он, ну, похоже, не выспался или что-то, но прошел просто, даже не поздоровался с ним, как-то такой хмурый прошел. И тот так разгневался, что было такое весло большое, которое мешали. Он сломал это весло. Вот, это было поразительно. Хорошо, что весло сломал, не как бы не на голове его, да, этого преданного. Но, тем не менее, я потом наблюдал за ним с годами. Он постепенно очищался, да, его сердце смягчалось. И, ну, он продолжает где-то, да, служить до сих пор. То есть уже сколько, 30 лет прошло. По-моему, даже получил инициацию, в конце концов. Вот. Но иногда вот, да, с такими намерениями тоже люди приходят. И шестая песнь Бхагаватам описывает нам превосходство чистой преданности над нечистой. Чистый преданный, даже если он находится в неблагоприятных обстоятельствах, таких как Вритрасура, он был рожден в демоническом теле, да, то есть у него было вообще, ну, все вроде бы было, но внутри он был чистым преданным. И результат — это то, что он смог предаться Господу полностью в момент, да, погрузился в самадхи вообще. Да, и Индра ему целый год там пилил шею, вот, отрезал, отделил голову в конце концов. И он проповедовал Индре, нечистому преданному. Индра стало так стыдно, что этот демон, он гораздо больше понимает, у него более чистые мотивы, чем у меня. Ему стало очень стыдно. И вот, читая эту историю, мы начинаем понимать, да, разницу между чистой и нечистой преданностью и превосходство чистой преданности. То, что Бхагаватам делает, но делает этот, как бы, переворот сердца человека, помогая ему очистить свою преданность и как вручить себя Господу, да, то есть полностью стать на путь чистого преданного служения. И показывается в контрасте этого нечистая преданность, и Индра, который вынужден вновь и вновь убегать, спасаться, да, то есть он, у него есть эгоистические желания, и, соответственно, он действует, он преданный Господа. Он просит тоже благословения у Господа. Господь ему является перед ним. Он дает ему советы, как поступить, как действовать Индре, да, с его нечистой преданностью. И Инда, и что происходит в результате? Индра все делает, как говорит Господь. Но в результате он вынужден пожинать плоды своих действий.
То есть, как ни удивительно, он думает, ну я же сделал все, как Господь сказал. Да, но Господь-то сказал, но ты, да, ты вот имел эти эгоистические желания, и вот поэтому ты должен понести теперь последствия. Так Индра, в конце концов, вынужден спасаться, да, то есть от какой-то чахоточной вообще старухи, которая бегает за ним, да, вот, и он вынужден сидеть там под озером, дышать в трубочку, то, чтобы его, да, не заразиться этой туберкулезом, да, чахоточной от этой. И думает, как же мне теперь очиститься, да, и самое интересное, что все остальные полубоги, они сказали, ну, Индра, это твои же, как бы, да, ну, ты как бы должен, да, почему мы должны делить с тобой последствия твоих, как бы, поступков? Это твои проблемы, Индра. Вот так вот. Таковы последствия нечистой преданности. То есть даже вроде бы и получая благословение Господа, человек вынужден будет рождаться вновь здесь, в этом мире, пожинать последствия своих поступков. Но чистый преданный уже в этой жизни возвращается назад к Господу, поэтому таким образом Бхагаватам призывает нас стать на путь, да, чистой преданности. Да, ну и здесь мы начали читать эту историю. Здесь описываются потомки Адити, потомки полубогов, да, то есть вот это, и потом дальше будет описываться потомки Дити. Нет, здесь еще Адити дальше. Ну, в общем, потом потомки Дити будут тоже описаны. Ну и в конце концов начнется описание всей этой истории. Вот, и, соответственно, будет показано превосходство чистой преданности над нечистой. Ну вот, меня попросили такой обзор сделать, наверное, то, что можно сказать здесь. Пожалуйста, давайте, ну, что-то обсудим. Угу. Сейчас, подождите секундочку. Можно вот сюда, вот в микрофончик, чтобы в записи было слышно. А есть микрофон тоже, да? Тут шестая песня, она посвящена теме пошлинам поддержания, да? Вы не могли бы немножко подробнее раскрыть, что входит в эту тему? Ну и как? Да. Пошлинам означает, то есть Господь, Он поддерживает, на самом деле Он поддерживает все живые существа пошлинам, питает, поддерживает, как в Шриташватаре Упанишад есть этот знаменитый стих. Нитя нитанам читанас читананам эко бахунам йови датхати каман, что есть множество вечных живых существ, вот, но лишь одно, есть лишь одно живое существо, которое поддерживает всех остальных, исполняет их, да, питает их, да, то есть поддерживает всех живых существ. Вот, поэтому мы видим, что Господь поддерживает и демонов даже, и непреданных, но в особенности здесь показывается, да, именно преданных, то есть о преданных Он заботится особо. Вот, и помогает им постепенно, да, очищаться, ну, и идти по пути Господу. Но нечистая преданность, она приводит к тому, что нечистый преданный вновь должен родиться в этом мире, чтобы очиститься, прийти на путь чистой преданности в конце концов. Тогда как чистый преданный, он достигает совершенства. Даже если он находится, чистый преданный, в неблагоприятных обстоятельствах, как Вритрасура, вот. Или как Прохлада Махарадж, который, так сказать, был в окружении демонов вообще, да, то есть все его пытались, так сказать, на него влиять. Тем не менее, то есть он достиг, да, милости Господа. Вот, тогда как нечистые преданные, то есть они вынуждены будут пожинать плоды своих поступков также. Да. И, извините, можно я еще хотел бы дополнить свой же вопрос? А вот в Шримад Бхагаватам 2.10.1 как раз вот перечисляются вот эти темы, да, 10 основных тем. И вот не могли бы вы немножко раскрыть, вот чем отличается стханам от пошинам? То есть просто оба похожи на как на поддержание. Ну, и вот как они отличаются? Стханам описывает планетные системы или порядок, который установлен в этой, ну, в этом, как бы, мире, и таким образом, поддерживая порядок или равновесие в этом мире, то есть
она как бы обозначает, что у человека есть определенные, ну, как бы рамки или задачи, доля определенную, которую он должен принять. Если он действует наперекор этому, то тогда как бы, ну, планеты и все остальное начинает его поправлять, скажем так. Вот. Вплоть до того, что может попасть в ад, да, пройти через адские наказания. И, соответственно, то есть тханам – это определенный порядок, установленный Господом. Тогда как пошанам – это непосредственно милость Господа, где он, ну, как бы вот заботится об этих живых существах. В каком-то смысле все есть милость Господа. Да, то есть и даже с тханам – это тоже милость. Это помогает живому существу быть в рамках. Иначе его так может понести, что на самом деле без этого Вселенная бы не могла существовать. Она бы просто развалилась. То есть, ну, невозможно поддерживать какую-то гармонию, если нету, как бы, вот, нету этой сдерживающей каких-то рамок. Вот. И тот, кто сознательно принимает вот эти, ну, какие-то рамки, да, и старается действовать, развивая сознание Кришны, он достигает, да, достигает освобождения, достигает свободы из этого всего. Да, вот. А тот, кто идет наперекор этого всего, из-за невежества, из-за каких-то своих ложных мотивов, то есть он вынужден будет, да, рождаться вновь и нести последствия своих действий. Так. Хари Кришна, большое спасибо за лекцию. Вот такой вопрос. Вот когда мы занимаемся служением, у нас, ну, разные мотивы могут быть, да, там, ну, в разных гунах, там корыстные какие-то мотивы могут быть. Ну и со временем, я так понимаю, эти мотивы, они очищаются, да? А нужно ли нам специально отслеживать свои мотивы и прилагать какие-то усилия, чтобы эти, ну, мотивы очистились? Либо это, ну, произойдет само по себе в определенный срок? Вот как, нужно ли нам? Преданный, естественно, начинает отслеживать, потому что как происходит очищение? Вот когда если преданный регулярно участвует, ну, в лекциях по Бхагаватам, Нитья Бхагавата Сева, как произносится в Бхагаватам, и Шрила Прабхупада переводит, ежедневно посещает лекции по Бхагаватам. А то есть все преданные регулярно, да, приходят, общаются с преданными, слушают лекции, читают книги Шрилы Прабхупады, его мотивация начинает меняться. Вот. И он начинает, то есть читая книги, он как бы начинает видеть себя. О, так это же обо мне говорится, здесь не про дети говорится, здесь про меня говорится, я тоже так, да, то есть тоже так действую. Я тоже вот испытываю какие-то мотивы, я тоже занимаюсь служением, чтобы навредить кому-то, да, например. На зло, да, кому-то еще. Начинает видеть какие-то мотивы, думает, боже мой. И у нее происходит вот эта вот какая-то перемена в сердце, преданный старается отказаться от этого мотива, молится Господу, проявляется искренность. И теперь он начинает, да, уже предлагать благовоние, но уже как бы вот с другой молитвой. О, Господь, пожалуйста, позволь мне как-то, да, доставить тебе удовольствие. То есть появляются более чистые мотивы. Мотивы чистой преданности. Вот. Поэтому, соответственно, даже если человек приходит с нечистыми мотивами, не надо прям вот сильно от этого. Главное его вовлечь в общение с преданными. Главное, чтобы он был с преданными. Через некоторое время увидите, что у человека появляются, да, другие совершенно мысли, другие какие-то вот, ну, желания что-то сделать бескорыстно для Господа, да, то есть вот эти вот вещи начнут проявляться. Главное, чтобы он был в общении с преданными. Так. Харе Кришна. Вот. А отслеживание, еще раз, как бы вот последний момент. Отслеживание происходит естественно, то есть когда я слышу, я начинаю себя видеть, и я пытаюсь себя как-то изменить свое поведение, как бы вот изменить свои какие-то привычные, как сценарные определенные поведения на сознательное служение. Это и есть, собственно, баджанакрия, да, то есть когда я сознательно начинаю правильно служить с правильной мотивацией под руководством духовного учителя, да, то есть я начинаю совершать, то есть вдохновленный вот этим видением, я начинаю пытаться служить с правильной мотивацией. И тогда происходит очищение сердца, да, то есть вот эти анартхи, начинаю видеть еще какие-то свои, вылазят у меня разные вещи, я стараюсь избегать, продолжать следовать наставлениям гуру, да, служить с правильной мотивацией. Так преданно очищается, проходит анархоневрити и утверждается преданным служением. Да. Хари Кришна.
Вот вы сказали такую вещь, что чистый преданный ищет причину в себе. И вот частенько ты встречаешь, ну, не знаю, у меня такой опыт, что преданные, они начинают заниматься там самогноблением, самоуничижением, что я вот такой плохой, сякой и так далее, да? И почему происходит вот это вот, как сказать, это же подмена получается, то есть мы пытаемся имитировать чистую преданность, то есть чем они, вот эти вещи отличаются, я имею в виду, по сути, что ли, как? Ну, есть как бы два вот эти комплекса, комплекс превосходства, а потом комплекс неполноценности может тоже вот случиться такой. Да, я самый падший, поэтому я не могу служить, вот, никто меня не любит, вот эта вот пластинка начинает играть. Вот, и следствием этого является то, что преданные как бы оставляют служение, то есть теряют, да, какой-то энтузиазм. Вот, но правильная как бы позиция – то, что преданный находится в настроении ученика и искренне старается развиваться в духовной жизни, когда появляется вот это понимание, над чем еще работать, преданный преисполняется, наоборот, ну, как бы энтузиазм. Это задача определенная, с которой я как бы работаю. Как бы, да, у меня есть недостатки, да, я работаю над ними, спасибо, что да, вот, показали мне, да, спасибо, Кришна, что ты показываешь. Если ты мне их показываешь, значит, ты помогаешь мне очиститься, вот, пожалуйста, да, дай мне благословение, чтобы я мог заниматься чистым преданным служением тебе. И так преданный он, ну, как бы работает над этим. То есть ключевое это настроение ученика получается. Да, да. А вот это вот заваливание то в чувство превосходства, то в чувство какой-то неполноценности, это, ну, такая материалистическая платформа еще. Поэтому так. Вот поэтому преданные друг друга... Конечно, такое заваливание у нас может быть. И, ну, на какое-то время преданный может погружаться в какие-то такие вот, ну, как бы состояния. И тут, конечно, помощь других преданных, друзей может сыграть очень важную роль. Не может, а играет очень важную роль. То есть преданные могут заметить, сказать, что с тобой происходит. Да все нормально, ничего, у меня тоже так. Вот, мы же ученики, то есть нам, мы вечные слуги Господа, да, то есть нам нужно продолжать идти по пути. Вот, вот это вот помочь преданному увидеть задачу, да, то есть не скатываться вот в какое-то самобичевание, а что это майя на самом деле, завалиться в это самобичевание, вместо того, чтобы служить Господу с еще большим энтузиазмом, с искренностью, да, продолжать служение свое. Преданное служение очистит преданного. Здесь нет проблем. Вот, и мы с Видянитхи Прабху будем завтра, да, говорить о дружбе как раз сознания Кришны, потому что это очень важное. Ну, важные отношения, которые нам необходимы в нашей духовной жизни, чтобы вот не попадать вот в эти состояния. Дальше ум нас может загнать, да, в разные, либо в чувство превосходства, и я уже думаю, что я такой великий, и так далее, и так далее, и уже, да, начать самолюбованием каким-то заниматься. Либо другая, как бы, сторона медали, это вот чувство неполноценности какой-то и такое вот потеря желания заниматься служением, потом какое-то вот обвинение там всех и вся, да, то есть вот в конце концов вот западание в это состояние. Друзья помогают нам оставаться искренними учениками в духовной жизни. То есть дружба, она как раз происходит между учениками. Мы как бы помогаем друг другу в нашем развитии. Сегодня один друг в роли такого как бы помощника, а тот нуждается, да, слушает его как ученик, помогает ему пробудиться, а в другой момент, наоборот, у того начинаются какие-то испытания, и теперь друг его тоже поддержит. Это дружба в сознании Кришны. Мы вместе развиваемся на духовном пути. Харе Кришна. Да, микрофон. Спасибо вам большое, ваше святейшество.
Бхакти и Бхагаватамрита Кешава Махарадж. Вот очень приятно послушать про Шримад Бхагаватам, в частности, про шестую песнь, что это действительно показывает, как пример того, как Господь живым существам относится, да, дает им поддержку таким образом. Очень интересно, потому что люди часто могут думать, что Бог есть, но он, его нету, или как сказать, редко приходит, да. Ну, как вы сейчас даже рассказали, что он даже приходит к людям, которые, такая квалификация, что не могут воспользоваться этим приходом, что попросить там вечного, что-то ценного, вечно духовный мир, и остаются в материальной жизни, хотя и получается, что Бог очень милостив, вот. И то, что актуально очень, мне понравилось, вы сказали, что человек ощущается, если он служит, у него есть возможность духовный прогресс совершать. Вот. И эти вещи очень интересно послушать. Спасибо вам еще раз большое. Вопрос, вопрос благодарность больше. А вопрос, может быть, кто-то еще хочет задать вопрос? Спасибо большое. Спасибо вам, что внимательно слушаете. Харе Кришна. Так, хорошо. Еще один вопрос, можно? Да. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой вот. Вы говорили про то, что преданное служение оно очищает, да, и когда преданный совершает невежество, вот, он потом постепенно очищается. И вопрос такой, может ли он сам, совершая служение, очиститься, или обязательно руководство должно быть? То есть без руководства можно получить очищение? Само преданное служение подразумевает, что мы принимаем руководство. Бхакти, бхактия, санджатай бхактия, бхакти развивается благодаря бхакти чьей-то, да? И в духовной жизни здесь мы все под руководством Шрилы Прабхупады, да, то есть мы все под руководством, то есть мы, слушая Бхагавату, мы тоже слушаем наставления Прабхупады, то есть мы принимаем таким образом определенное руководство. То есть, если преданный находится в обществе других преданных, он уже как бы какое-то руководство в любом случае принимает. Конечно, это может быть более бессознательно или более осознанно, да, то есть, когда преданный принимает такое покровительство, руководство. На более зрелой ступени преданный осознанно чувствует, что мне нужно гуру, мне нужны наставники. То есть он прям стремится, потому что есть желание развиваться, мне нужна помощь, посоветоваться, еще что-то. То есть, появляется этот огонек. На начальном этапе преданный более бессознательно, но все равно он прислушивается, нужно так делать. Это тоже принятие руководства, но пока так более бессознательно, то есть он еще насторожен, то есть он держит дистанцию, но уже прислушивается, да, то есть уже что-то пускает в сердце. И поэтому он очищается, потому что он слышит наставление и старается что-то изменить в своей жизни. То есть так происходит очищение. Но более эффективное очищение начинается, когда человек уже приходит на более сознательную практику. Собственно, это и есть, наверное, подготовительный этап какой-то преданного, когда он сознательно принимает уже духовного учителя, принимает руководство каких-то старших преданных, потому что он утвердился в этом вкусе быть учеником, да, то есть развиваться в духовной жизни, он хочет изменить все, ему нужна помощь. Можете раскрыть этот термин «принять духовного учителя», потому что мы все равно слышим, там нужно принять духовного учителя там, и так далее. Но что за за этими словами скрывается? За этими словами стоит не просто принять, чтобы имя получить, да, то есть это внешнее. Это часть этого всего. А принятие духовного учителя означает, что преданный принимает на себя ответственность, стать искренним учеником, менять свою жизнь, исследовать обетам, которые он дает, да, то есть, и отказаться от независимости своей. То есть теперь я связываюсь с цепью ученической преемственности. Это означает, что теперь я беру ответственность действовать под их руководством и согласовывать свои поступки, свои мысли, свои действия с гуру парампарой, да, то есть гуру. Со своим действовать под их покровительством и предлагать свою деятельность уже им. Поэтому такой преданный, когда он что-то делает, он думает, так, а как я смогу этот поступок потом предложить Господу? Господу, духовному учителю, да? Как я смогу? То есть, если я там совершу оскорбление преданного, то есть это не порадует, это я не могу предложить. Поэтому он начинает менять свои действия,
Вот, и также, когда к нему приходят какие-то испытания, он понимает, что поскольку я нахожусь под руководством духовного учителя, я принял прибежище, то все, что сейчас со мной происходит, это мой Гуру Махарадж мне послал сейчас какое-то испытание, так как я должен действовать, он молится, начинает медитировать, советуется с опытными преданными и, соответственно, ну, как бы меняет себя, да, то есть это вот искреннее ученичество. Но если преданный просто принимает как моду духовного учителя, то тогда как бы имя есть, а процесса нет. Да, вот в этом. Поэтому вот в этом смысле говорится, что процесс принятия духовного учителя или инициация – это начало духовной жизни. То это означает, что с этого момента преданный начинает рассматривать себя, ну, в хорошем смысле, зависимым от духовного учителя, вот, и не действует, вот, исходя из собственной прихоти просто, да, то есть вот он старается как бы действовать так. Конечно, это высокий уровень, но, по крайней мере, преданный искренне старается это делать, может быть, у него будут какие-то ошибки, но он старается меняться, развиваться, да, то есть, ну, должна быть какая-то минимальная зрелость, чтобы вот, по крайней мере, вот, утвердиться вот в этой позиции, да, и тогда будет происходить очищение более эффективное, анарханеврите, все это будет происходить. Спасибо большое, Харе Кришна. Да. Харе Кришна, а если вот у нас есть такой мотив, как вот, ну, желание там, ну, каким-то значимым, да, быть там, вот, желание что-то такое сделать грандиозное там для духовного учителя, желание прославиться. Нужно ли, ну, пытаться избавляться от этого мотива, или можно это как-то задействовать все-таки на служении Кришне, как это, ну, максимум выгоды из невыгодной сделки? Ну, с таким мотивом же можно, ну, действительно что-то такое грандиозное, да, сделать. Или в этом смысла не будет? Да, Шрила Прабхупада говорил, какой смысл, то есть своим этим ученикам американцам, какой смысл в том, что вы американцы? Вы должны сделать что-то грандиозное. Он поддерживал, да, это. Какой-то у них был такой. Вот. И Шрила Прабхупада занимал это служение Господу, да, то есть все, вот их какие-то, и они очистились, да, в этом процессе, стали очень такими смиренными, скромными, вайшнавами, при этом очень сильными, да, то есть, вот, поэтому, да, природа может быть у преданного такая амбициозная, вот, это не что-то прям плохое, просто у него какая-то хорошая карма, поэтому есть, ну, скажем, такая, как бы, шакти, да, есть определенно. Ее не нужно подавлять, ее нужно занять в служении Господу. Вот. И старшие преданные, опытные преданные, которые руководят таким преданным, они должны понимать эту природу и просто занимать ее в служении. Главное, чтобы преданный был в хорошем общении регулярно. Да, то есть был в санге, читал Бхагаватам, был под каким-то духовным тоже покровительством и занимал свою природу в служении. Иногда, конечно, если преданному дать какой-то, например, у преданного есть амбиция быть, не знаю, там, лидером общества вообще, но он, молодой преданный, его сделает президентом храма, то он может, так сказать, по неопытности наделать много ошибок, да, то есть совершить оскорбления какие-то, поэтому, ну, неблагоприятно его ставить в такое положение, вот, но как-то, вот, да, тоже природу такую может занимать, может быть, какие-то задачи, да, он может делать. Может быть, в социуме тоже может как-то проявляться. Харе Кришна. Хорошо, спасибо большое, дорогие преданные. Спасибо, очень рад, да, быть с вами здесь, обсуждать Бхагаватам. Гранд Рад Шримад Бхагаватам Ки. Шрила Прабхупада Ки. Джай Нитай Гаур Премананде Хари Бол.